Всем привет-привет, дорогие друзья! Сегодня сделаем с вами малосольные огурчики. Огурцы со своего сада, с дачи. В таком виде они у нас. Я их помыла. И начинаем. Для этого нам понадобится чесночок. Здесь зубчик чеснока. Потом соль, столовая ложка соли. Можно без горки. Вот. И... У меня нет укропа, я взяла петрушку вместо укропа. Петрушка и сельдерей у меня здесь. Тоже помыла и подготовила. Все, давайте мелко нарезать петрушку с укропом. Вернее, с сельдереем. Да, укропа нет. У нас уже такое время, что укропа нет. Так. Нарезаем мелко-мелко петрушку и сельдерей. Ну, не то, что мелко-мелко, но помельче. Все. Теперь берем пакеты. Я подготовила 2 целлофановых пакета. Погерметичнее было. Накладываем огурчики. Здесь 1 кг огурцов. И засыпаем все нашими душистыми травами. Петрушкой и сельдереем. Вот так вот у нас получается. Дальше мы мелко режем чеснок. Мелко-мелко, насколько вы можете порезать мелко-мелко. Вот зубчик чеснока мелко-мелко-мелко нарезаем. Все, дорогие друзья, закончила резать чеснок и добавляем его в пакет с нашими огурчиками. Оп. Все. Такая вкуснятина у нас получается. Так, и, конечно же, столовую ложку соли. Так, распределяем. Все, и перемешиваем. Перемешиваем в одном пакете. Сейчас и второй. Так вот, тщательно все перемешиваем. Сейчас во второй пакет сразу одену. Было погерметичнее, пух порвется. Все, берем хорошенько их растрясаем. Все, дорогие друзья, оставляем огурчики на 6-8 часов и в холодильнике, ну, у кого нет терпения, можно на 3 часа. И достаем и кушаем вкусные хрустящие огурчики. Всем приятного аппетита! Итак, дорогие друзья, прошло уже, наверное, времени где-то сутки. Но, признаюсь вам, мы пробовали до этого. Получилось очень вкусно. Просто мы сейчас снимаем уже, что получилось для вас. Делала я эти малосольные огурчики первый раз. Вот, их уже осталось совсем мало, так как мы уже их немножко подъели. Скажу сразу, получилось... Очень и очень вкусно. Вот. Сейчас я их все выложу. Получились очень вкусные огурчики. И сейчас при вас еще раз попробую, потому что они настолько освежающие, настолько мало такие приятные, мало соленые, что вот в таком они виде. Сейчас попробую. Дорогие друзья, вы слышите этот хруст? Это очень вкусно. Очень освежающе. Всем рекомендую попробовать. Всем приятного аппетита и пока-пока.